Телевидение – это Евангелие. Телевидение может создавать и убирать президентов, римских пап, премьер-министров. И горе нам, если оно попадет в руки плохих людей. Георгий, прошу. Играть очень много. Хочешь выглядеть так же уверенно? Попробуй бритвенную систему Slalom Plus от Gillette. Для более чистого. Мужчина упал с высотки на припаркованный автомобиль и при этом остался жив. Привет! Сегодня у нас в программе результаты конкурса «Прикройся для тех, кто хочет выиграть рюкзак для выживания». А в конце программы музыканты и группы. Некоторые кружатся на этой карусели уже долго и задаются вопросом, это реально или это просто аттракцион? Прямое включение, где нет слов и мелодий вообще. Мы играем на нервах общества, выдавая старье в Фаберже. Я, конечно, раздую за творчество, но кому оно надо вообще? Сочинять мечты в стиле пророчества, а на деле сидеть на трубе. В наши школьные годы был мусором. Отдадим свои песни за звездочки и в тетрадке приклеим колоночкой. Если так, то все охренительно. Я так счастлив в этой стране и готов потреблять вдохновение, чтобы бить по всякой херне. Вступай в наше сообщество, кликай ссылку, не думай вообще. Репостни эту видео обществу, мол, говно спуло по весне. А тем временем все номинации нам подкинут счастливый билет. Будем приз получать за пророчество в королевстве бездарных побед. Зрителям привет, рейтинги подняли, звезды падают с небес, ловим их руками. Талантам надо помогать, дураки пробьются сами. Хайпанул чуток и вжох, повелитель му! Телевидение – это цирк, карнавал, гастролирующая труппа акробатов, сказочников, танцоров, певцов, жонглеров, укротителей и футболистов. Вы делаете все, что вам говорит телевидение. Вы одеваетесь, как на телевидении, едите, как на телевидении, растите детей, как на телевидении, вы даже думаете, как телевидение. Во имя Господа, вы реальны, это мы иллюзия.
Стой, пока не испортился, соберите его обратно, мы сейчас похапаем, блин. Пошел ты, сейчас 10.